Хочешь красивой жизни? Придется за нее заплатить. Жить в бедности тяжело. Мне холодно. Хочется есть. Еще и зуб выпал. Зубная фея, пожалуйста, сделай так, чтобы я стала богатой. Умоляю. Что? Где я? Что со мной произошло? Это чудо! Сколько вещей! А здесь что? Святая фея, я богата! Юху! Целая шкатулка драгоценностей! Глазам своим не верю! Добро пожаловать в роскошь! Теперь мне нужна новая подруга. Это? Нет, это фанатка селфи. Может, это? Нет, она выглядит агрессивной. Это нужно убрать. Нет, подождите, я хочу доесть. Отпусти тарелку, нищенка. Это мое. Вот это она. Стойте, я нашла свою новую подругу. Я Лора, и я изменю твою жизнь. Молли, добро пожаловать в мой богатый дом. Вау, это ты? Сверкаешь, как бриллиант. Какая роскошь. А это что? Сетка от комаров? Вперед, Молли! Присаживайся. Мы превратим тебя в красотку. Вот так ты выглядела до. А так ты будешь выглядеть после. Готова к богатым переменам? Конечно. Жду не дождусь. Молли, скорее сюда. Мы начнем со смены гардероба. Заходи и выбирай, что тебе нравится. Ну ладно. Как тебе этот образ? Панда, дорогое животное. Нет, это не для тебя. Арива! Зажигательные мексиканские мотивы. Нет, тебе не идет эта гитара. Переоденься. А как тебе мой деловой стиль? Да, пиджак выглядит неплохо. А еще в нем можно подпольно торговать сладостями. Ну все, Молли, это уж слишком. Вот так намного лучше. Только тебе не хватает красивой обуви. Эти старые кеды не подходят. Жди здесь, я сейчас. Вот они, мои счастливые туфельки. Примерь. Ну хорошо. Ого, какие высокие каблуки. Мамочки, в них высоко, как на Эвересте. Кто-нибудь, снимите меня. Тебе очень идет, Молли. Пошли дальше. Ауч. Скорее сюда. Приступим к твоей прическе. Святые волосы. Что это за сток сена? Какой ужас. Ничего, я это быстро исправлю. Готово. Как тебе твоя новая прическа? Выглядишь превосходно. Спасибо. Молли, зайди в мой кабинет. Да, Лора, вот тебе графики продаж. Внимательно их изучи, чтобы стать богатой. Как интересно, не могу оторваться. 1 100 000, 200 000, 300 000, 400 000.
Кстати, а где Молли? Ее нигде нет. Кто видел Молли? Молли, прошу к столу. Без проблем. Что? Сядь на стул. Хорошо, не кипятись. Да нет же, сядь нормально, как я. Ладно. Вот так? И не горбься. Ты леди, а не гном. Ауч. Хорошо. Привет, красавица. Можно мне налить воды? А, не так быстро. Доступ к кулеру платный. Вот теперь наливай себе воду. Неплохой заработок. Эй, Молли, что ты делаешь? Снова попрошайничаешь? Нельзя побираться в офисе. Это запрещает деловой этикет. Каждый зарабатывает как может. Дворецкий, принесите наш обед. Смотри, Молли, за столом мы используем вилку и нож. Убери руки. Аккуратно разрезаем курицу и кладем себе в рот. Еда! Молли, ты что, дикая? Вот, вилка и нож, как ты учила. Очень вкусно. Ну, кто так ест? Ты безнадежна. Какой удачный и богатый день. Ой, Молли, у тебя что-то застряло в зубах. Где? Сейчас достану. Ты что, убери пальцы. У богачей для этого есть купюры. Тихонько вытащи еду уголком доллара. Вот так. Все, спасибо, Лора. Ты настоящая подруга. Молли, я научу тебя, как зарабатывать деньги, чтобы ты тоже стала богатой. Секунду, мне звонят. Алло? Да-да, я в офисе. Нет, не занята. Вау! Какой телефон? Секунду, я скоро вернусь, Молли. Я тоже хочу себе новый телефон. Вот он, мой последний айфон. Главное вырезать четко по контуру. Губка для доски и готово. Алло, повторите, кто это? Я случайно стерла ваш номер. Да, я покупаю все акции. Ой, какая тоска этот ваш высший свет. Скука смертная. О, смотри, Лора, я могу ловить ртом горошек. Попала. Перестань меня позорить, Молли. Пожалуйста, прекрати. А что это играет? Похоронный марш? Сейчас я включу вам настоящий хит. Вот это я понимаю, вечеринка. Согласитесь, соседи? Да, неплохой движ. Раскачаем этот зал. Понравилось наше превращение? Тогда пиши в комментариях, кто понравился тебе больше. Богатая Лора или бедная Молли. И обязательно подписывайся на наш канал, ставь лайк этому видео и жми на колокольчик. Не пропусти новые веселые видео на канале WooHoo.